В международном аэропорту Ташкент сотрудники специализированного таможенного комплекса Государственного таможенного комитета «Ташкент-Аэро» на днях выявили необычный метод контрабанды золотых украшений. Одна из пассажирок, прилетевшая рейсом Стамбул-Ташкент, пересекая таможенную границу через зеленый коридор, сильно нервничала, чем привлекла внимание таможенников. После чего при осуществлении в установленном порядке осмотра с помощью контрольно-рентгеновского аппарата, высвеченные на экране подозрительные изображения соковыжималки, находящейся в багаже пассажирки, привлекли внимание таможенников. При вскрытии металлического основания соковыжималки с помощью специального оборудования выяснилось, что внутри были спрятаны золотые ювелирные украшения общим весом 799 граммов. Таким образом, благодаря бдительности таможенников, план сокрытого ввоза ювелирных украшений правонарушительницы на общую сумму 320 миллионов сумов не удался. Здесь же был выявлен проступок еще одного пассажира перед вылетом в Стамбул. Пересекавший таможенную границу через зеленый коридор пассажир был остановлен при попытке пронести в своем кармане незаявленные в декларации золотые часы. При осмотре также выяснилось, что внутри часов также был спрятан кусок золотого слитка. Общий вес обнаруженных часов и золотого слитка составил 133,4 грамма, а сумма 25 миллионов сумов. По всем выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки и следственные действия. Напомним, что за истекший период этого года сотрудниками специализированного таможенного комплекса «Ташкент-Аэро» выявленных 156 случаях правонарушений предотвращено незаконное перемещение порядка 30 килограмм золотых и ювелирных украшений на общую сумму 5 миллиардов 700 миллионов сумов.